Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий животрепещущий вопрос. Почему собакам нельзя заходить в храм? Не потому, что, друзья мои, что они сакрально нечистые. Что надо храм переосвещать, все, теперь благодати в храме нет. Все святые собрались и ушли. Боже мой, чухуахуа, храм занесли в сумочки. Пошли отсюда. Вот мощи наши тут лежат, но духом мы здесь не присутствуем, пока храм не осветить. Все таинство недействительное, все, что там сегодня совершалось, надо переделывать. Нет такого, друзья мои, нет. Собака нечистая в плане совершенно бытовом. Они в отличие от кошек какахи едят, с удовольствием в грязи купаются и в таком виде заходят в храм. А храм это у нас. Ого, гошечки какие! Чисто. Чище, чем в хирургической палате, особенно в дни пандемии, когда там терли со спиртом все неистово. Иконы, полы, ручки. Просто так уборщицы уже. уже отпечатки пальцев уже стерли с рук своих за эти годы. Протирая за вами все и вся. Чистота изумительное в храмах. И тут заходит, протрясется. Это, тем более, когда эти собаки, когда эти законы писались, тротуаров не было. Дождь, если шел, то грязь была по колено. Вот. И заходит собачка в храм. Ух, отряслась. Все, все иконы до потолка, все прихожане в грязи. И поэтому собака издревле считается и другом человека, ну и с животным не, чист, не сильно-то чистоплотным. Одна моя знакомая, которая так болезненно любила чистоту, там, если кто-то в дом приходил, после нее там спиртом ручки вытирала, вот. ну еще в таком же духе, там, дом сиял. Да, ну, в принципе, у этого в этом поведении есть даже особый медицинский термин у всяких там клинических психологов, и не только психологов, но эта женщина смогла избавиться от этого болезненного отношения к чистоте только после того, как завела собаку, и так, конечно, чистоту любят, но уже не дома помрачения. Короче говоря, собаку дома держать можно, в храм пускать не надо, потому что многие все равно будут страшно на вас ругаться, говорить, все, теперь храм надо освещать, не давайте повода ищущим повода, не обижайтесь, если ваши чухуахуа не впускают в храм, не исповедуют и к целованию кол не допускают, это наши древние традиции. Мы молимся о животных, об их здоровье, об их выздоровлении. Мы к животным относимся хорошо, к хомячкам, собакам и кошечкам. Но я не буду, допустим, чистить зубы в храме. Не потому, что церковь против чистых зубов, потому что не место чистить зубы в храме. Я не буду заходить с животными в храм, потому что им там не место. Кошек, скажу вам, в храм пускают, потому что, опять же, сейчас тут везде асфальт. Крыс, мышей в городах нет. Ну, где-то далеко, далеко в подвалах. А в сельских храмах мышки есть. И батюшки пускают иногда котиков, чтобы они мышей погоняли. А в древности так тем более это было нормой. При монастыре, при храмах кошки всегда были. Вот. Чтобы мышь хотя бы даже запах их чуя. В храм не заходили, пшеницу для литейницы для богослужения не грызли просворки для проскомедии не съедали и не портили вот том освещать можно если в нем собака находится если батюшка говорит нельзя ну найдите другого батюшку да. есть еще старенькие батюшки которые считают что нельзя ну по возрасту ему разрешено ошибаться вот не хочет и ладно Позовите другого. Вот. И не надо относиться к животным, к собакам, как к сакрально нечистым. Можно провести параллель с женщинами в критические дни. Большинство из вас думают, что вы ритуально нечисты. Нет. Физически. Когда эти законы писались, прокладок не было. Думаю, вот, батюшка, можно там дома в Библию в руки брать, а можно идтиконочком прикладываться. Да можно. Есть два правила церковных, которые запрещают причащаться в эти дни. Ну, относитесь с пониманием, не причащайтесь. Вот. Все остальное можно. На пой, прикладывайся к мощам, вот в храме стой, в к причастие подноси. Тоже вот такое болезненное восприятие физической нечистоты и ее сакрализация. Поэтому давайте будем немножко вот. не обожествлять то и не сакрализировать то, что недостойно даже разговоров об этом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.